А не так-то это просто, да? Привет! Ты находишься на канале ОФП с вами. Ну а для кого это не составит и не составляет труда, так это для Максима Кагина. Это екатеринбургский спортсмен-экстремал, который выступает в дисциплине хайлайн. А к чему я вообще это все говорю? А к тому, что 7 сентября у нас столица нашей родины, это город Москва, праздновал день рождения. Исполнилось ей 872 года, с чем мы ее и поздравляем. Но в данном случае эта новость интересует нас меньше всего. А больше всего нас интересует то, что в этот же день был установлен мировой рекорд. И Максим Кагин в составе команды из 7 человек установили там мировой рекорд в дисциплине хайлайн. Да, рекорд, который был занесен в книгу рекордов Гиннесса, в номинации Highline World Record. Максим прошел на высоте 350 метров над землей. Да, между двумя небоскребами был натянут канат. Да, небоскреб у нас называется, это башня Ока и башня Нева Тауэрс. Прошли они, значит, в составе команды на этой высоте 350 метров над уровнем земли. И, значит, длина их похода была 220 метров, то есть 110 метров в одну сторону и 110 метров в другую сторону. Это прекраснейшая новость, особенно для Урала, для города Екатеринбург. Что ты думаешь по поводу этой новости? Считаешь ли ты эту дисциплину экстремальным видом спорта или не считаешь? Тоже, кстати говоря, пиши свой комментарий. Дисциплина имеет место быть, и по всему миру канатоходцы, экстремалы побеждают, ставят рекорды новые, проходят в новых интересных местах регулярно. Пиши комментарий, пожелания свои, и был ли ты в Москве в это время, и смотрел ли ты, и знал ли ты об этом мировом рекорде. Но каким видом экстремального спорта занимаешься ты и занимаешь ли ты вообще? Пиши обязательно свои комментарии. Не забудь подписаться на канал. Всем пока!